Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель Иоанна Притеченского подворья Новоспасского монастыря и романах Сергей Филиппов. Батюшка, здравствуйте. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8 495 781 49 54. Также пишите нам в WhatsApp, Telegram и оставляйте вопросы в комментариях под этим видео в YouTube. Будем рады ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Бочка, начнем с важного. Начинается неделя о блудном сыне. Давайте коротко расскажем о этом евангельском повествовании, об этой притче и какие-то важные моменты, которые должны для себя уяснить. Да, ну, церковь нас постепенно готовит к Великому посту, и вот как раз сегодняшний воскресный день является таким небольшим этапом, этой подготовки. Вот заблаговременно, за несколько недель мы в храмах слышим определенные песнопения, которые вводятся в богослужения, и евангельские чтения, особенно воскресных дней, которые говорят нам о каких-то евангельских событиях или примеры. Господь нам приводит в поучительные примеры, в притчах, в историях, которые он рассказывает. но сегодняшний как раз воскресный день в храмах звучало евангельское чтение о блудным блудном сыне. Ну, так его церковь именует, но скорее, мне кажется, можно было бы назвать не так, а о милосердном отце. Потому что действительно это притча о милосердии, который отец, а под отцом здесь образ Бога подразумевается, является своим детям, своим чадом, а все мы являемся его творениями, его чадами. Хотим мы не хотим, за заблудшими или идущими по пути спасения, но каждый является сыном или дочерью нашего Создателя. И э, в чем суть притчи этой? То есть не суть, а сама, э, ну, контекст этой притчи. То был, был некий человек, у которого было два сына. И вот один из этих сыновей, младший сын, решил оставить родительский дом. Ну, такая естественная как бы, потребность. Рано или поздно, собственно, из родительского дома все птенцы должны вылететь, создать свои семьи или пойти своим путем. И вот здесь сын решает пойти своим путем. Но не для того, чтобы создать семью, не для того, чтобы начать самостоятельную жизнь, по примеру отца, который трудился, который был в почете среди местных жителей, а решил он забрать свое имение. То есть он отцу как бы говорит, что отдай-ка мне свою, мою часть, которая бы причиталась мне, когда ты умрешь. То есть заживо как бы хоронит отца. И идет и блудно живет то есть в разврате, в своем в пьянстве, с девушками и проводит, собственно, вот так вот всю свою жизнь. И у него много, в кавычках, друзей, потому что пока человек имеет деньги, вокруг человека много соберется тех, кто захочет поживиться за счет другого. А вот когда деньги заканчиваются, и у этого младшего сына, этого родителя деньги закончились, он оказывается в таком бедственном положении, что нет на пропитание, друзья его все оставили. Он один и нанимается работником к ну, местному жителю, той далекой страны, куда он ушел от родительского дома. И бедственное положение в том, что он даже не осознает, что находится в этом бедственном положении. Не тогда, когда он прибывал в богатстве, в этих наслаждениях, не тогда, когда он остался один и питается вот этими, точнее, желает питаться той пищей, которой питались свиньи, которых он пас. А питались они рожцами, Христос говорит. Ну, это такое библейское дерево, оно до сих пор растет на святой земле. А, такие, ну, это род акациевых, очень сладкие плоды, и, собственно, питательные для свиней, ну, и для а, людей тоже. И, кстати, из них делают, из этих плодов а, делают, а, ну, такой специальный соус, очень сладкий, а, который используется в кулинарии. Так вот, он желал питаться этими рожками, а ему не позволяли. То есть насколько бесно было положение. И вот дойдя до крайности, до вот этой бездны, когда, казалось бы, что все, смерть неминуема, он приходит в осознание этого положения. То есть до этого он как бы считал, ну, нормально, естественно, ну, здесь потерплю немножко, здесь э, удастся перебиться. Поборемся. Да, да, поборемся, и зачем мне возвращаться к прежней жизни, э, в родительский дом? А, Но ну, вот здесь он осознает, понимает, что даже рабы в его доме, отца, слуги, они живут намного лучше. И он говорит, неужели отец не простит и не проявит милосердие? То есть, конечно, вот это воспитание, которое было заложено, та любовь, которую отец являл еще, когда он был ребенком, когда он был послушным сыном, она сработала. И он, это очень, кстати, важно, потому что вот мы воспитываем детей, у кого они есть, но у монахов нет детей. Но воспитание духовные дети. Духовные какие дети но, по крайней мере, нет, я о физическом воспитании говорю, я о духовном угу. воспитании родных детей. То есть воспитание происходит очень в раннем возрасте. И надо ходить в храм, надо приобщать тому, к чему мы сами, собственно, считаем правильным, то, что мы сами считаем правильным и важным. Ну, например, в бытовом плане люди считают умываться важно, чистить зубы, там, не знаю, какие-то привычки прививать. Так и в духовном плане очень важно детям давать духовное воспитание, что водить в храм, учить молитвам, учить, не знаю, там, надеяться на Бога в любых ситуациях, благодарить Бога за все, что происходит, и за радость, и за скорби, за плохие оценки, и за хорошие оценки, за Ссоры даже с друзьями, которые происходят, или какие-то конфликтные ситуации. То есть из всех ситуаций делать выводы определенные. То есть это задача родителей. И не просто словами, но и пример являть в этом. И очень важно, чем раньше это будет, тем более, больше пользы будет уже в возрастном состоянии. И здесь вот этот сын, видимо, получил вот это воспитание в родительском доме. И он осознает и идет туда да, побитый, израненный, искалеченный. И идет, и важный момент этой притчи, то, что отец сам, видя его издалека, то есть ожидая его, надеясь, что он вернется, не похоронив его при жизни, он сам выходит к нему навстречу и с распростертыми объятиями. И принимает его, и вот этой любовью он все прощает, все его ошибки этого младшего сына. Мальчик, у нас есть вопрос от телезрителя, он нам дозвонился, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Да, говорите и прежде. Просим вас выключить звук на телевизоре. Чего? можно говорить? Можно, можно. Только выключите звук а, на телевизоре. А он, батюшка, то говорит. Алло. Да, да, говорите, а, здра Здравствуйте, батюшка и ведущий. С праздником у вас. А он продолжает говорить. Говорите, а, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка и ведущий. С праздником у вас. Я хотела узнать. Вот в этой притче о блудном сыне, о старшем сыне, кого имеет Господь, Имеет старший сын, который осудил отца своего. Но ну, отец ему сказал, что ты со мной всегда и все твое. Объясните, пожалуйста. Вопрос понятен. Да, спасибо. Как раз вот... вот спасибо мы, за этот вопрос, предложение. Да, первую часть, темы. да, мы сказали о том, что ну, мы, конечно, все блудные сыновья в той или иной степени, потому что каждый бунтуемся против Бога и уходим от Бога. И дай Бог нам, конечно, найти дорогу назад, возвращаться. То, что Господь нас принимает, как я сказал, с распростертыми объятиями. И сам выходит навстречу. И сам послал своего Сына Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, на крестную смерть, на страдания, для того, чтобы нас исцелить от тех ран, которые мы получили в грехопродении наших прародителей Адама и Ева. А вот вторая часть притчи как раз тоже поучительно, потому что мы не только в образе первого глудного сына, но и очень часто в образе второго старшего сына выступаем в наших взаимоотношениях с Отцом. Потому что обретя дорогу к Христу, к Богу, встав на этот путь, конечно, может быть с падениями, с ошибками, с победами или поражениями, мы потихоньку продвигаемся. И вдруг, то есть, но ну, мы по-христиански должны смотреть внутрь себя. Мы должны э, э, направлять всю свою, все свои усилия для того, чтобы себя совершенствовать, себя развивать, себя духовно обогащать. А очень часто происходит так, что мы смотрим по сторонам. Мы начинаем смотреть, а что у соседа, что у другого прихожая в храме, что у того, кто, может быть, давно в церкви или недавно в церкви. Но смотрим не для того, чтобы поучиться, взять какой-то пример, а очень часто начинаем осуждать, что у них не так, как у нас. Или они идут, как нам кажется, не тем путем, который мы. А ведь дорог, то есть нет определенных каких-то стандартов в христианской жизни. То есть сколько людей, столько и путей Господу. То есть каждая душа, она уникальная. И каждый человек, он находит свой путь через свои искушения, через свои испытания. И все обстоятельства жизни никто из нас не знает. Другого человека, мы, своя -то душа потемки, не то, что другой человек. И, и вот смотря на жизнь другого человека, мы начинаем осуждать и его в его взаимоотношения с Богом, и самого Бога, который, как нам кажется, или очень жесток, или очень милосерден или не, не, не так проявляет заботу о ком-то, как, допустим, к нам хотелось бы, или о нас не так заботится, как о других. И вот мы начинаем смотреть по сторонам. Это приводит к осуждению не только людей, но и Бога. То есть тем самым мы ставим себя на место Бога и выносим суд. Суд, который, конечно же, неправильный, то, что мы не знаем всех обстоятельств жизни других людей. И святые отцы советуют внимать себе, то есть смотреть только на себя, не обращать внимания на других. Поэтому, если мы начнем и себя, то и вокруг начнет все меняться и преображаться. Чем мы ближе к Богу, тем и другие потихонечку через нас, даже незаметно для нас. Вот парадокс святых заключается в том, что они даже не замечали, что они хоть на шаг приблизились к Богу, ну, выражаясь так человеческим языком, чтобы хоть немножко духовно поднялись. То есть они чем ближе к Богу, чем ближе к источнику света, они все больше видели своих недостатков. Своих недостатков, а не других. Поэтому вот в старшем сыне как раз очень часто мы можем увидеть и себя. А почему, опять же, отец говорит, что все мое, твое? Потому что мы чада Божие. И мы призваны к усыновлению, чтобы действительно стать сынами и дочерьми Божьими, чтобы не служить греху, а в добродетели совершенствовать, то есть уподобляться Богу. И поэтому все, что Господь имеет, Он все и нам дает все возможности для радости, для счастья, да, для добродетельной жизни. Спасибо, отец Сергей, за такой обстоятельный рассказ. И спасибо телезрительнице за вопросы. Мы тем временем ждем еще вопросы. И есть вот э, такой тоже вопрос от телезрителя. Он совсем недавно пришел как раз вот в тему, почти в тему, вот вы говорите, заживо хоронит отца, да, говорит, разделение имущество. А в современном мире вот так перефразирую, часто бывает делят имущество дети. Вот. И насколько здесь вот корректно может быть с точки зрения вообще уважения к родителям при жизни родителей просить, скажем так, разделить имущество или наследство. Потому что потом, если этого не сделать, бывает хуже. Будут конфликты. Да, к сожалению, мы живем... Не к сожалению, мы, мы не только духовные, но и телесные. И мы живем в материальном мире, и, конечно, заботимся не только о душе, но и о нашем телесном бытии. И да, вот вопрос в том, что корректно ли при жизни родителей с ними разговаривать и... на тему того, что да, будет не после, ли это 5 их, да, после их смерти, как будет распоряжаться имущество. Я думаю, что корректно вполне, потому что, действительно, если родители не составят завещание, а пустят все на, на самотек, то это вызовет еще больше конфликтов среди наследников, которые будут судиться друг к другу, просто разругаются и перестанут общаться. Но вот когда есть воля родителей или родственников каких-то, которые нам оставляют завещание, она вот, ее надо стараться исполнить. То есть стараться, потому что это действительно последняя воля умершего человека. Ну, никто не знает, когда мы завершим свой земной путь. Может быть, сегодня Господь нас призовет, может быть, через десятилетия. Но надо быть готовым всегда. И дела наши должны быть в порядке, чтобы это тоже проявление заботы, чтобы мы не оставляли неустроенными нашими дела, чтобы это не было головной болью тех, кто примет наше наследство или после нас будет разгревать эти завалы. Поэтому, конечно же, можно поговорить с родителями, но, опять же, не перетягивайте одеяло на себя. Так, я вот к тебе хорошо отношусь, а мой брат или сестра, или другие родственники вот вас забыли, им ничего не надо. Это, конечно, неправильно будет. То есть просто так вот сказать, да, вот я, я хотел бы, чтобы после. Ну, вы сейчас распорядились систему ученого, которая у вас есть, чтобы у нас не было проблем после того, как Господь вас призовет. Может быть, мы раньше уйдем, да. Ну, как будет, я тоже, допустим, напишу завещание, да, может быть, на родителей, как говорится, и пускай так, более исполнится, если семья Господь раньше призовет. То есть в этом ничего нету, потому что, как говорит поговорка, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому, конечно же, здесь важно земными делами распоряжаться и распоряжаться так как мы считаем правильным и нужным, исходя из своего опыта. Важно сказали, так и содержать свои дела в порядке, это касается тех, кто работает, да, свои какие-то. Да, потому что по наследству свои... могут перейти не только имущество, которое имеет ценность, а еще и долги можно оставить своим наследникам. Это тоже будет не совсем правильно и корректно обременять тех, кто и так будут в горе еще выплаты каких-то долгов. Поэтому, конечно, мы. Лучше этого ничего не иметь. Такой вопрос задает нам Максим. Подскажите, пожалуйста, насколько большой грех уходить из храма после причасти, не дождавшись целования креста? Ну, во-первых, какая необходимость раньше уходить со службы? Потому что, конечно, богослужение... Но ты не причащаешься, например. А, ну, когда причащаешься, вообще... Или не причащаешься. А, даже если не причащаешься. То есть оно литургия, она от начала до конца, то есть это целостное богослужение. То есть это мы не только ради, то есть не, не только причастившись сразу должны выбегать, то есть как будто мы вот причастились и все и ушли, а после причастия читается благодарственная молитва, то есть Ектиня произносится благодарственная, которому Богу благодарим. Там священник молитву читает благодарственную, ну про себя, в некоторых храмах слух, которые от лица верующих тоже благодарит за причастие, призывает Божье благословение на, ну, на предстоящий период жизни. И люди подходят к кресту тоже и спрашивают Божье благословение. Поэтому это целостное целостное таинство. И разрывать, уходить с ну, счастья, только причастившись это неправильно. Это, конечно, ну, таким не, не тяжким, не совсем уж прям тяжким грехом, но, конечно, греховным. Но опять же, смотри, какие обстоятельства. Если человек торопится на работу, если торопится домой, потому что у нее там лежачий больной или малые дети остались, которые долго не могут, допустим, находиться без родителей или там, без попечителей своих, то, конечно же, здесь, и спросив у Бога прощения за то, что такие обстоятельства сложились, и что нет больше возможности задержаться, потому что человек, может быть, хочет остаться, но вот обстоятельства так сложились, тогда можно, конечно, уйти. Ну, а если просто не втерпешь, я знаю таких, да, но ну, причастился все, что мне здесь делать. Это, конечно, абсолютно... благодарственный дом Да, это абсолютно неправильно. Вопрос такой нам прислали как раз. Не могу понять, как зовут, ну, в общем, телезритель спрашивает: зачем нужны эти подготовительные недели к посту? Ведь люди все равно как совершали грехи, так и будут совершать. Мало людей, лишь только благочестивые рабы Божьи. Вот. Почему нужны, зачем эти подготовительные недели? Нет, ну, с этим, конечно, не поспоришь. С тем, что как люди грешили, так и будут грешить. И этот процесс, к сожалению, будет происходить до конца существования мира. И до второго пришествия Христова будут те, кто будет спасаться, и те, кто будет идти по пути погибели. А вот вообще, если посмотреть, ну, опять же, мы говорим о подготовительных неделях к Великому посту, в чем суть поста? Мы должны, конечно, об этом поговорить. Почему именно Великий пост церковь нам предлагает как не просто подражание подвигу, который Господь наш Иисус Христос послом подвигу совершил 40 дней, пребывая в посте и молитве в иудейской пустыне после того, как принял крещение от Иоанна водах Иордана. И мы, живя в греховном мире, но решив следовать за Христом, сталкиваемся с огромными препятствиями. Против нас, получается, все бесовские силы. Все... Это... Борьба идет не только на духовном уровне, но и порой на физическом уровне, потому что вот эти дьявольские силы, они действуют через других людей, которые пытаются нас сбить с того пути, по которому мы захотели идти. И вот аскетические упражнения, которые церковь нам предлагает в виде поста, виде молитвы, виде добрых дел, милосердия, которые мы можем проявить другим людям, они нам как раз помогают себя вырвать из той круговерти греховного мира, в который очень часто пытаются нас вогнать. То есть выделить некий особый период, дня ли для молитвы, недели, как среда-пятница, посвященные тоже страданиям, смерти Христовой, постные дни, дни молитвы. И, или вот 40-дневный период Великого Поста, Святой Четыридесятницы, 40-дневный, и Страстной Седмицы, которые в купе именуются Великим Постом вместе, то церковь нам предлагает вот эти упражнения аскетические, которые позволяют нам как раз немножко потрудиться над своей душой, хотя бы задуматься о том, что мы можем сделать и хорошего, доброго, и какие дары можем принести Христу за его милосердие, за любовь, за его крестную смерть и бесценный дар Святой Евхаристии, которую он нам предлагает. И поэтому, конечно же, войти в этот период вот так вот как бы сразу очень сложно. Потому что мы вот в этой суете, в беготне, в рассеянности пребываем. И поэтому церковь нам предлагает постепенно и духовно готовиться, и физически себя ограничивать. Вот у нас прошедшая неделя была сплошной неделей, вот она завершилась сегодняшним днем когда в среду-пятницу не было поста, когда можно было вкушать все в эти дни. В следующей неделе у нас с постом в среду-пятницу, и уже и последняя неделя, когда можно вкушать мясную пищу. Ну, для тех, у кого нет, конечно, ограничений по здоровью определенных. И потом уже масленичная неделя, когда мы, ограничив, то есть не вкушая мясную пищу, только молочную, яйца, вот так вот постепенно готовим свой организм к строгости Великого Поста. И в духовном плане церковь нам предлагает песнопение, Покаяние двери отверзимы, песнопение, настоящее у нас на покаянии. И это не просто сказать: Господи, прости. Ведь покаяние это изменение нашего отношения к самим себе, к происходящим событиям, к окружающим нас людям, и осознание, что что-то мы не то делали, и исправление себя вот это действительно естественное покаяние, чтобы мы приложили усилия, чтобы исцелить с помощью божественной благодати те свои духовные недуги. А на реках Вавилонских, 33-й псалом... 100, не 33-й. Да, который кажется. сегодня пелся в храмах, который еще будет несколько воскресных дней звучать. Он как раз тоже о покаянии говорит, о том, что Господь, он милосерден. Что мы, да, хоть и впадаем в грехи, но надеемся на милосердие Божие, Ведь он был написан... Тогда, когда евреи оказались в Вавилонском плену, когда, казалось бы, все, весь крах всей прежней жизни, нет никакого просвета впереди, что Иерусалим разрушен, храм разрушен, они находятся в плену в чужой стране, куда им дальше идти? Но здесь звучат вот нотки и покаяния, и милосердия, что Господь, если попустил, то надеется, что и избавит от этих испытаний, от этих слушаний, даст достойно их пройти и вновь они смогут в Иерусалиме принести хвалу Богу. Ну и другие песнопения, которые звучат, готовят нас. Вот опять же, евангельские чтения, которые мы сегодня услышали, или которые будем слышать в дальнейшем воскресенье. Поэтому действительно очень большой смысл постепенности и очень важно постоянности. То есть если мы что-то, допустим, за что-то беремся, лучше мы меньший подвиг на себя возьмем, в воздержании в пище, то есть, ну, допустим, если у нас есть ограничения по здоровью, мы можем только от каких-то определенных продуктов, ну, которым привязаны, но по факту они будут, будут допустим, не постными, а, то есть, наоборот, постными будут, ну, например, сладкое, может быть, карамель, а мы ее можем килограммами употреблять, да, или еще какие-то продукты, которые мы вот жить без них не можем, кофе, постный продукт, а мы постом от него, например, откажемся или какие-то другие. Но пускай лучше будет это малая мера, но постепенно мы будем потом как бы себя усиливать пост, ужесточать, то есть постепенно входить. А чем мы возьмем на себя большое сразу вот все исполню, и потом все это сбросим с себя и оставим, и скажем, ах, не получилось до следующего поста, подожду, и там, может быть, у меня что-то получится. Нет, и даже если что-то не получилось, надо значит сказать, Господи, да, вот такой немощный, вот такой я слабый. И все у меня получается. Но ну, не на себя надеюсь, на тебя. Помоги и дай хотя бы малую часть мне исполнить. Но хуже того, если мы, допустим, все вот то, что наметили, исполнили, и от этого начинаем гордиться. Это вообще духовное падение, потому что смысл поста и тогда для нас прошел мимо. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот мы с чего начали? С того, что подвижники даже не замечали того, что они что-то делают доброе. И все, что у них получалось, они приписывали действию благодати Божией, что не они такие замечательные хорошие, а что Господь своей милостью, своей поддержкой их укрепляет и дает силы что-то делать хорошее. Да, то есть нужно брать по силам, да, то есть планку задерешь, не возьмешь, обидно, поэтому здесь вот, ну и как вы сегодня сказали, ну надеюсь на милость твою, да, как мы сейчас в храмах исполняем покаяние, главное тоже да. призыв. Господи, помоги нам в этом. А у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире? К сожалению, Сорвался, не да. получилось. А, вопрос у нас следующий: а, Как а, правильно ли будет взять с себя такой крест? Пишет нам телезритель, напречататься каждую службу? А, ну это, это каждая служба, которая приходит, то есть. Да, но это не крест. Крест это то, что нет обязательство, скажем, давать пирожки. Обязательно, потому что не совсем правильно, потому что много сказать. Ну вот крест это как нет, ведь крест это страдание. То есть если сказать, что я буду причаться, от этого буду страдать, это ну как-то немножко не то духовное устроение. А взяти, видимо, думал, что такое понуждение, наверное, которое. Ну да, то есть может быть, ну может быть ему тяжело правила читать, поститься, он считает, что перед этим но, конечно же, все надо делать по благословению, особенно в таких вопросах священника, которому человек исповедуется, которому доверяет и который знает духовное устроение человека. Но, конечно же, изначально в истории христианской церкви Евхаристия служилась и сейчас служится для того, чтобы на ней верные причащались, чтобы каждый, кто пришел на божественную литургию, участвовал в божественной трапезе которые Господь нам предлагает. И если, ну как, мы ну, позвали нас на званый пир, на какой-то банкет, на какой-то застолье. Вот мы пришли, и как в мультфильме про винни -Пуха, да, он там завязал пятачку платком рот и сам уплетал, а mm -hmm. ему не давал. Да? То есть, что мы такие пятачки, получается, которые пришли, глазками похлопали и не вкусили от святой трапезы, это не совсем правильно. Поэтому наше желание причащаться на каждой божественной литургии, это правильное устроение. Но другое дело, что, опять же, и в ранней христианской церкви, и потом в наше время есть такое понятие, как епитемия, епитемия, которая накладывается как лекарство на человека, не только на тяжких грешников. Это обидно, мне кажется. Вот для многих да, это как обид. Вот у меня это не так, потому что это лекарство. Вот мы пришли к врачу. У нас проблема, допустим, со зрением со слухом, не знаю, с сердцем. Врач нам дает какую-то, то есть проводит диагностику и назначает лечение. Это лечение может быть поддерживающее, может быть корректирующее, может быть, не знаю, там, то, которое сильно действующее будет прямо вот бить по источнику боли. так и в духовном плане. Мы приходим на исповедь, и священник, исходя из своего опыта и опыта церкви, назначает нам, может назначить нам какую-то эпитемию. может не назначить. То есть это лекарство, которое помогает нам избавиться от тех страстей, которые находятся за любым грехом. То есть грех — это действие, которое человек совершает поступком ли, мыслью, словом. А вот за каждым... Вы... То есть есть причина этого действия. И это страсти, которые человек находится, чтобы исцелить. То есть мы можем не совершать действия. Вот человек может иметь блудные мысли или какие-то желания, допустим, но не впадать в блуд, да, но чтобы победить блудную страсть, она может у человека действовать на протяжении многих десятилетий. Необходимы, опять же, духовные упражнения, аскетические упражнения. И ептимия, которая может быть заключаться в виде молитв, которые священника рекомендуют человеку совершать, в виде каких-то добрых дел и поступков, противоположных страсти. Вот человек, например, гневается на кого-то, ну, или раздражается, вот у него есть неприязнь к какому-то человеку. И вот священник скажет, вот тебе, Епитим, каждую неделю, вот ты встречаешь этого человека в такой-то день, например, да, у тебя там с ним встреча, а ты вот не можешь ее ровно переносить, ты приноси ему подарок. Он тебе неприятности делать, а ты ему добрые слова. Вот это тоже, это ептимья, которую священник человеку рекомендует исполнить. Или, например, может, ептимья уже затяжки тяжкие грехи, как отлучение от причастия на определенный период. Ну, в Древней Церкви эти периоды могли быть очень продолжительными. На протяжении пяти, семи, порой пятнадцати лет человек каждый когда, день, когда совершался Евхаристия, Литургия, приходил в храм, на, на, в определенное время находился с верными, потом уходил вместе с соглашенными. Или, например, при определенных видах Евхаристии вообще не заходил в храм. То есть он приходил в храм и находился при, в, при, в притворе, при входе в храм. И у каждого, кто приходил в храм и спрашивал прощения, потому что своим грехом, которые он совершил, он виноват в духовном плане, конечно, против всей христианской общины. И вот он, представляете, там 10-15 лет человек ходил и не причался. И вот так вот просил прощения. Вот это было действительно подвиг, духовный подвиг, который человек нес. Ну, мы люди немощные, мы слабые, и порой кому так... Конечно, мы не назначаем таких уже эпитемий, и сами не способны понести. И, не снисходим к нашим немощам, к нашим вот, послаблениям такое дает нам церковь. Но все равно эпитемия — это необходимое. Это лекарство. Более слабое, более, может быть, миролюбивое, человеколюбивое. Оно необходимо. И поэтому я к чему говорю? Что церковь нам предлагает, что, может быть, не каждую Евхаристию человек способен и ему пойдет на пользу причастие. Потому что в суете, в беготне человек рассеивается или человек причастие уже как по привычке ходит. То есть, опять же, это надо решать с священником. Хорошо бы нам причаться на каждой литургии, но не всегда это может принести нам духовную пользу. Вот так вот я отвечу. Вопрос вот от нашего подписчика, оставленный в комментариях в Ютубе. Скажите, пожалуйста, почему Иисус Христос был распят именно в 33 года? Что это значит? Ну, насколько я знаю из своего опыта и образования, никакого символического здесь вот изначально значения не, нету. То есть, ну вообще в церкви нет как таковой, -то, ну, то есть, нумерологии. То есть мы не верим в символичность чисел, хотя в некоторых уже потом с классических произведениях и авторов с которые следовали такому образу богословской мысли, некая схематичность она проследует, ну, прослеживается. Хотя я считаю, что это не совсем верно, потому что духовные законы, они не подлежат никаким нашим человеческим объяснениям. То есть мы, конечно, можем некими образами как-то попытаться объяснить, некие аналогии представить, но то, что в божественной жизни происходит и в небесной, оно, то есть мы отчасти только знаем и видим, и Священное Писание нам приоткрывает. Поэтому, конечно же, никаких здесь веры в числа и каких-то символических значений ну, мы не можем найти. Да, есть учения, например, о загробной участи там в третий, там, в девятый день, в сороковой день, что происходит с душой. Но опять настолько, насколько нам открыто. То есть некая малая часть, которую мы знаем из церковного предания, из духовного опыта святых отцов. А вот почему Христос 33 года пострадал, почему три года продолжалось его, церковь, его общественное служение – но я вот не знаю здесь какого-либо объяснения. То есть, да, Христос вышел в 30 лет на проповедь. Потому что это возраст, когда возраст совершеннолетия в еврейском обществе, когда человек вот действительно становится человеком с большой буквы... Ну, хоть что-то себе представляет. Да, представляешь, да, да потому скажешь. что до этого не мог и слова сказать в обществе, с ним никто не считался. То есть, в 30 лет он мог уже что-то говорить, и иметь свое мнение. И вот в 30 лет Христос, подчиняясь тем законам еврейского общества, который сам же... Опять же, как законодатель, как Бог установил в законе Моисеевом, он выходит на проповедь. И три года продолжается его общественное служение. Ну, значит, больше промыслу Божией необходимости не было для земной жизни нашего Спасителя. Задает также вопрос Леонид. «Помогал фондам сначала с радостью, затем стали приходить постоянные сообщения с просьбой помочь от этих фондов». Надо ли стараться помочь всем, кто просит? Грех ли не помогать кому-либо? Кому-то помогать, кому-то нет. Наверное, так. Но опять надо смотреть, с каким устроением вы помогаете. С каким сердцем. Да? Потому что можно помочь, скрипя сердце, ну, потому что надо, потому что... Да, можно с ненавистью. Такое тоже бывает. Но обратился человек, весь кипит, и вот с ненавистью как бы отдают. Господь и такую принимает просили там, жертву, да? Но опять же для нас это будет менее, то есть меньше духовной пользы. Конечно же, мы не можем, ну, по крайней мере я вот чисто физически, например, не могу всем помогать. Кстати, очень интересный вопрос, потому что у нас по дворе а, тоже занимается благотворительной деятельностью, социальной деятельностью. А, ну, сейчас вот активно, кстати, развиваем, потому что ну, много обращений. Но помогаем только тем, мы определили для себя такой принцип, только тем, кто проживает на территории нашего района, русского городского округа. То, что другим территориально мы просто физически не можем... То есть мы можем, конечно, отправить средства, но, опять же, как не нарваться на мошенников? То есть если мы, опять же, в районе можем проверить и документы, у соседей узнать, у тех, кто находится рядом, да, действительно человек нуждается или не нуждается, вот тогда мы... Но, опять же, если мы даже ошиблись и кому-то помогли, кто не нуждался, Господь эту жертву принимает. Но это мы как религиозная организация, как подворье, может быть, имеем больше возможности. Конечно, если человек вот раз сделал какое-то пожертвование, и потом его внесли в базу данных меценатов и спонсоров, и начинает вот этими письмами заваливать, это может вызвать, конечно, некое отторжение. Я это прекрасно понимаю. Но определите для себя, может быть, отпишитесь от рассылки, если вам ну, человеку неприятно, например, постоянно получать эти письма. Или определите ту сумму, которую вы готовы ежемесячно выделять на добрые дела. Вот у вас закончился лимит, значит, следующие письма. Ну, посочувствовали, попереживали, но извините, деньги закончились, например. Или если, опять же, вы, может быть, не очень доверяете фондам, Хотя многие из них делают действительно очень важные дела. Конечно, есть разные люди, которые, может быть, и мошенничеством занимаются, но фонды действительно помогают и аккумулируют такие ресурсы, которые один человек не способен сам собрать и объединить, и имеют юридическую базу, и волонтеров многих привлекают, и спонсоров, и меценатов, потому что порой нужны такие средства, которые, опять же, один человек не способен. А объединив усилия, это можно сделать. Но если, допустим, вы не хотите через фонды, начните сами помогать. Можно оглянуться вокруг, увидеть соседей нуждающихся, родственников, которые только оказались в бедственном положении, прихожан своего же храма. То есть надо просто узнать, даже у священника подойти и спросить, а есть ли вот на приходе а те, кто нуждается. Кстати, ко мне тоже иногда так люди знакомые приходят и говорят: "Батюшка, вот я хотел помочь, у вас есть на приходите и Я вот состыковываю тех одних с другими, и они начинают общаться уже помимо меня и друг друга да, там дружат, помогают и, и реализуют очень важные дела. милосердие поэтому. Есть много разных способов. Батюшка, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте, это Самара. У меня такой вопрос. Вот у нас мы при храме читаем молитву по соглашению. За детей, алкоголиков и наркоманов батюшка, в принципе, благословил. Но сначала было, допустим, 5 мам, 5 мальчиков. Сейчас уже у нас большое количество детей, даже со всей России. Там 20 мам, 20 деток. А вот я хочу спросить, они могут быть такие? Я же не знаю этих мам, читают ли они все? Все ли дети крещеные? И вот не может быть еще хуже искушений у меня, допустим, и у этих детей, за которых мы читаем? То есть можно? Батюшка благословил, в принципе. Можно? Хороший да. вопрос. Да, спасибо, да. Целая проблема. Ну, проблема, ну, которая, опять же, решаема, если мы доверяем Богу. И вот как раз вот молясь, мы не на себя надеемся, не на свои вот немощные, слабые силы, а всецело пытаемся положиться на волю Божию. И свою жизнь, и жизнь тех детей, наших детей, которые страдают теми или иными недугами, в том числе вот духовными и физическими. А ведь это страшные болезни и психологической, и психической, и физической, и духовная. то есть все сферы затрагивает, и можно только посочувствовать тем людей, кто попал в этот капкан сам или их родственники. Потому что такие люди являются созависимыми. И то, что вы молитесь, это очень хорошо. То, что вы молитесь по благословению священника, это замечательно. И раз священник вас благословил, то продолжайте молиться. И хорошо, что еще больше людей к вам присоединяются в этом благом деле. Ведь Господь ничего не попускает просто так. И не надо думать, что если я молюсь, то на меня больше искушений свалится. Да, если мы будем бояться искушений, Господь нам может попустить их для вразумления. Опять, все, что с нами происходит, происходит как раз для нашего исправления, вразумления. И все Господь контролирует. То есть, если мы думаем, что я перестану молиться, и у меня меньше искушений будет, может быть, да. Но от этого мы не перестанем духовно расти, понимаете? То есть наш духовный рост, так же как и физический, происходит только тогда, когда мы преодолеваем, прилагаем усилия и преодолеваем искушения, физические или духовные, которые Господь нам пускает. Поэтому молитесь, искушения не бойтесь, старайтесь доверять Богу и не думайте о том, кто там молится. То есть вы взяли, там 20 человек у вас сейчас. Да, бывает, может быть, разные ситуации. Человек где-то не исполнит правила, где-то послабление себе даст. Вы об этом не думайте. Вы старайтесь отвечать за себя и сами исполняйте то, на что подписались. Сами старайтесь молиться каждый день, не пропускаем. Ты... А ведь, когда вот телезрительница вот и молится с другими, она исполняет слова Христа. Где двое или трое собраны во имя мое и с чем обращаются ко Христу, то Господь и принимает, и это ценит, и поддерживает, и сам там пребывает среди таких людей. Но даже если кто-то из них не крещенный, ну Ни, Ничего страшного. Это же домашние молитвы, Это не евхаристическая молитва. То есть, да, в Евхаристии, в Божественной Литургии мы не можем молиться за тех, кто не является членом церкви Христовой. Потому что это участие в божественной жизни, лечении вот, исцеленной набожной природы, часть природы Христа. И, конечно, только верные, те, кто последовал за Христом, принял свое крещение, таинство миропомазания, вошел в церковь и идет этим путем. Только такие люди могут участвовать в таинстве Ехаристии сами причащаться, или, опять же, вот в проскомидии, когда поминаются, то есть подавать на проскомидию имена, когда священникам поминаются о здравии, покаянии, и потом эти частицы погружаются в кровь Христова, тоже только те, кто являются христианами. А в келейной молитве, на псалтыре, на других молитвах, вот по соглашению вы молитесь о каких-то недугующих, страждущих, можно и о некрещенных людях. Здесь никакой проблемы. Наоборот, еще об разумлении таких людей молитесь, даже если вы не знаете. То есть, даже человек страдать страдает, не думал он же действительно немощный, как блудный сын, который отпал. И он еще больше нуждается в нашем милосердии. Да, я встречал такой вопрос, слышит ли Бог мои молитвы, если я не крещен? Вот. Господь слышит все молитвы. Даже если... И они... крещенных, и некрещенных людей, и грешников, и праведников. Другое дело, что не, порой не исполняют те просьбы, с которыми обращаются люди грешные, падшие, или не понимающие того, что просят. Ведь да, чем ближе к Богу, вот как святые, они имели дерзновение ходатайствовать. И они понимали, что правильно, что нужно и в их жизни, и в их жизни тех, кто их окружает, правильно расставляли приоритеты. И всякую ерунду, с которой мы обращаемся, они к Богу даже не дерзали подходить, потому что вы, э, ищите прежде Царство Божие и правды Его, остальное все приложится. Они просили о а, небесном, о том, чтобы Господь принял их в своих обителях, не вменил им грехи, а, которые каждый из нас совершает вольно-невольно, а свое устроение земной жизни, квартиру, машину, не знаю, как на, в наших сейчас потребностях, а, работу, учебу, там успехи, это все, говорили, Господи, если мне это пойдет на пользу, пускай так и будет. Как, как не надо. Но нужна квартира, будет квартира. Нужна машина, нужна, будет машина. Будет, нужны средства будут э, там, в достатке или в, изли... в, из... в изобилии. Пускай так и будет, и я постараюсь все употребить на пользу. А если человек, опять же, идет по пути греха и от Бога, тогда это не пойдет ему на пользу. Он тогда будет просить, и что Господь будет для чего исполнять. Для того, чтобы человек еще больше грешил, и уходил дальше от Бога и впадал в ту пропасть, которую уже не способен будет выбраться. То есть это что, Господь будет способствовать погибели человека? Нет. И, конечно, такие молитвы Господь не исполняет. Он их слышит, потому что Господь все знает, даже прежде чем мы еще попросим. Он знает о том, что у нас на сердце и о чем мы будем просить у него. А вот исполнить, не исполнит, конечно, уже от его, от его зависит. Мальчик, ну... На этом время, к сожалению, наша программа подходит к концу. Благодарим наших телезрителей за вопросы. ждем еще вопросы в будущих программах. Давайте подведем некий итог. Я прошу вас обратиться к нашим телезрителям. А, ну, вот сегодняшний воскресный день. Я рад, что мы провели его вместе, что я постарался как-то ответить на ваши вопросы, которые вас интересуют. А, и желаю всем нам задавать вопросы как можно чаще, задавать вопросы себе, и искать смысл жизни, искать то каждый раз корректировать свой путь, потому что очень часто мы сбиваемся с того пути, по которому обещали Богу идти, и находиться путь, и находить пути навстречу Господу. И как раз вот умственная, духовная работа, она очень этому способствует. Чтение Священного Писания. Святых отцов, духовной литературы, общения с теми людьми, кто устремлен к Богу с, не только со священнослужителем, потому что и среди мирян есть те, которые находятся, может быть, даже на ступени, на порядок выше самих нас, священнослужителей. Поэтому старайтесь искать вот эти сокровища на своем пути и найдя их держаться. И традиционно уже хотел бы в завершении эфира всем пожелать чтобы мы старались поддерживать телеканал «Союз» в просветительской работе, которую он осуществляет. Действительно замечательные проекты. И благодаря вам, в том числе и я, и другие священнослужители имеют возможность отвечать на ваши вопросы. Старайтесь делать регулярные пожертвования, ну, по возможности, конечно. Это очень важно. Храни Господь, Божие благословение всем вам. Спасибо, Господь, отец Сергей. На этом наша программа закончена. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.